Мы пришли в школу получать репорты свои. Это митинг-класс. Митинг, ничего себе, у вас плазмы тут висят, конечно. Больше, чем у нас дома. А где твой ящичек? Мама, вот оно. Бардак. Твой ящик. Бардак? Митя. Белла. Видите, получили репорты. Можно ехать домой. На каникулы. 2 недели каникул. Ты счастлив? Да. Нет, 90! Нет, Белл, не 90, 17, если быть более точным. Не хочу, конечно, хвалиться, но вид из окна шикарный. Красота. Когда выглядываешь в него окошко, птички поют, бассейн, море, синее небо. Приехали в ресторанчик, а тут народу много. Походу, все отмечают каникулы. Что мамочка делает? Домашнюю работу по английскому. Да? Митя, ты уже сделал свою домашку? Да. Молодец. А я нет. Ну, Белла тоже себе будет заниматься. Пока я тут пыталась снять тренировку очередную, Белла устраивала тут цирк Дю Солей. Ну, давай, Белла, показывай, как ты там научилась. А, или ты так закручиваешься только? Надо для скорости тебя подтолкнуть, Белл. Воскресенье, оно такое. Приехали в парк на великах покататься. Это не аншлаг, просто аншлаг. Все, ежу все атаковали. Красота. Красиво вообще, нет слов.